на фоне всего этого стройка. Зашли в магазин. Это примерочную хочу вам. Смотрите, какая примерочная здесь. Кресло. Хочу показать вам вот очень-очень красивый магазин. Очень классный. Вот мы пришли, девочки, мальчики, на почту. Видите, здесь коробочки картонные. Мой ребенок сидит здесь. И пришли в отделение почты. Отправляла из Словакии 4 посылки, но что-то никаких признаков, что они пришли на телефон, не пришли смс о том, что они доставлены. И вот надо каким-то образом узнать судьбу этих 2 посылок, не 4, но хотя бы 2 последних. Мы ходили по магазинам и вот присели. Сири, еще ждем пиццу, нам должны. Вот, мы пришли кушать пиццу, вот у них менюшечка. Я всегда заказываю вот эту за 200 крон. С напитком в подарок и очень вкусным соусом. Не знаю, вот все-таки бабу у них. Блин, ну если честно, это одна из самых таких недорогих, но очень-очень вкусных. Чё? Блин, снимай. А хотел бы здесь снимать? Настя, выключи эту птичку. Что-что? Выключи эту птичку. Такая скромняшка, сразу милашка, такой голосочек ангельский. А вы не верьте ей. Подожди. В общем, мы ходили сегодня, сделали огромный шопинг по магазинам. Сделали. Искали мне купальник. Это проблемно. Женщина меня поймет, когда, знаете, вот надо, чтобы все было нормально. Хотела какой-нибудь. Ну, в общем, мы нашли однотонный черный, нашли только верх. Низ не нашли, низ еще в процессе. И у меня очень терпеливая дочка, которая теперь говорит, хорошо, хорошо, хорошо. Обошли, наверное, магазинов 5, пока нашли. А потом, насколько вы помните, я отправляла из Словакии посылки. И вот неделя прошла, 2 недели. Уже 2,5 недели. Неизвестно, где они, что, ни смс-ки на телефон не приходят. И попросила Настю, мы сходили в самое ближайшее отделение почты. Они по штрих-коду искали посылку. Настя с ними мило общалась. Я очень рада, что это не мне предстояло, потому что я бы не смогла с ними общаться. И ей сказали, что надо прийти будет в среду, они будут искать эту посылку. А здесь... Огурчик. Перчик. Вот, ну-ка, стой. Бери руки, я хочу пиццу снять на секунду. Так. Ребенок очень смотрит. Ребенок очень хочет пиццу. Так. Вот, какая пицца огромная. Похоже на блин.